Лето – та самая пора, когда хочется проводить на улице как можно больше времени. Кто-то любит гулять пешком с детьми, друзьями или домашними питомцами. Кто-то предпочитает кататься на велосипеде, самокате или роликах. А кто-то получает удовольствие, просто сидя на лавочке и дыша свежим воздухом. Другими словами, совершенно не важно, как именно вы любите гулять. Главное – делать это чаще. В последних числах июня отмечается Международный день прогулок. Праздник малоизвестный, но от этого не менее значимый. Ведь прогулки являются залогом крепкого здоровья. В связи с этим мы решили провести небольшой опрос среди жителей нашего города, чтобы узнать, какие у них излюбленные места для прогулок. Ну, конечно, это потрясающая набережная. Почему? Потому что она действительно хороша, она удобна и комфортна. И есть где можно посидеть. Утром, например, у нас есть практика заниматься физической культурой. Мы бегаем здесь. Ну, мы очень часто ходим в парк, и вот здесь на набережной, и с той стороны на набережной, на площади тоже, по парковой. Мы обожаем нашу набережную, мы очень рады, что ее продлили, теперь у нас такая шикарная набережная, каждый день гуляем, ну и в парке, конечно. Как оказалось, есть и те, кто любит заниматься творчеством на свежем воздухе, ведь ничто не вдохновляет лучше самой природы. У некоторых наших жителей любимые места для променада оказались не столь популярными. Так что, если вам надоели прогулки по привычным маршрутам, берите на заметку. Например, возле театра нашего Щелковского, вот там напротив стадиона, который, там есть такой мостик, вот он ведет к этой арене, где ледовая арена, и там есть маленький мостик такой. Особенно зимой мне нравится там гулять, потому что там уточки еще, они не улетают, они там живут, и там очень красиво. Проводя опрос, мы в очередной раз убедились, что наш город наполнен творческими людьми. Здесь в обычный летний день на улице можно увидеть вот такое яркое представление. А еще Щелково смело можно назвать городом читающих людей. Чего только стоит небольшой литературный уголок на улице Пушкина, который всегда привлекает внимание прохожих. Инсталляция, посвященная самому известному и часто цитируемому произведению Александра Сергеевича «Евгений Онегин», находится прямо возле местной центральной библиотеки. Такая теперь у нас пешеходная зона. Ну, просто здорово. И это лишний раз притягивает наших читателей. И здесь можно и отдохнуть, взять книгу, почитать спокойно. И здесь, кстати говоря, много тени, что сейчас погода у нас очень жаркая. Итак, подведем итог. В фаворитах у щелковцев городские набережные, парк культуры и отдыха, улица Парковая и Пушкина. Жители города гулять любят и делают это часто. Благо, мест для этого достаточно. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.